Друзья, всем привет! С вами Игорь Шпеньков. Продолжаем серию видео, посвященных работе против вооруженного ножом противника. В сегодняшней серии мне также проассистирует Александр Белаш. И это продолжение с 11 серии по данный момент. Это 18 серия. Обязательно рекомендую к просмотру 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 серию. И вот теперь мы уже подходим к более практичным упражнением. Это уже упражнение достаточно сложное, и к нему нужно подходить, если вы прошли всю ту предыдущую методику, иначе вы будете, скорее всего, делать его неправильно. В чем будет заключаться задача данного упражнения? Первое, что вам понадобится, это безопасная имитация. Данная имитация, она абсолютно мягкая, и это важно, потому что мы будем наносить удары в полную силу. Сейчас задача упражнения заключается вот в чем. По очереди друг другу, я и Александр, мы будем наносить с реальной рабочей дистанции реальные удары в полную силу. Какое ограничение? Первое, это будет одиночный удар. И второе, это будет заведомо понятная область. То есть сейчас будет удар в область живота. Это самый смертельный, самый распространенный удар с точки зрения криминальной статистики. Если вам интересно, вы сами можете сделать этот анализ, потому что сейчас огромное количество записей с камер видеонаблюдения. В основном хулиган, либо криминальный элемент, человек на улице, наносит вот такие удары. Это страшные удары, потому что они, как правило, смертельны. Это удары неимоверной силы, и удары, которые вот так вот повторяются в таком режиме зацикленном, дж-дж-дж, они очень мощные. Поэтому мы с этого начинаем. Значит, сейчас я вам продемонстрирую несколько техник, но данное упражнение — это не просто техника, это уже выполнение определенной задачи. Его задача — меня поразить, и он действительно пытается меня поразить, потом и наоборот. Моя задача — среагировать. Здесь будьте предельно аккуратны. Еще раз повторю, данные техники уже несут с собой определенный травматизм, поэтому уважайте партнера и выполняйте конкретную задачу. Задача – первичная реакция, первичное действие. Значит, мы начинаем работать с дистанции. Я не знаю, с какой дистанции конкретно он будет бить. У него оружие, я начинаю реагировать. Первый момент. Смотрите, я среагировал. Я включил тело. Отсюда я могу бить в пах. Отсюда я могу заходить. И здесь я полностью контролирую руку. Из этой ситуации я могу, контролируя его локоть, пробивать ему висок, пробивать ему, делать ему подсечку, работать в затылок. Масса других вариантов. И мы меняемся. Теперь я беру оружие. И я действительно стремлюсь его поразить, его достать. Каким образом может выглядеть данная техника? У меня здесь нож. И все. Видите, Александр показал, как делать неправильно. Он остался на месте, он просто сложился. Не было посыла вперед, не было перекрыто тело. Нож согнулся вот так. О чем это говорит? Все, это фактически был фатальный удар. Поэтому, помните первое упражнение, с чего мы начинали, когда мы отпрыгивали? Вот именно его нужно было сейчас сделать. Двигаемся дальше. Я здесь опять перекрыл, смотрите, где я заблокировал. Я прижал его руку, здесь я могу дальше пережимать, здесь я могу работать в пах, здесь я могу обходить. Там на самом деле масса вариантов атак. Но основное – среагировать мгновенно. Данное упражнение мы делаем как с левой, так и с правой руки. В данном случае сейчас я проатакую с левой руки. Отсюда движение, видно уже здесь, отсюда оно может пойти. Ну, вы сами все увидели, да? Сложность упражнения заключается в том, что я не имитирую ему, я не показываю руку. Я специально взял безопасную имитацию, чтобы так туда засандалить, чтобы рукоятка торчала со спины. Поэтому это очень сложное упражнение. Поэтому удар пока одиночный и удар с безопасной имитацией, но удар в полную силу. Отсюда.
можете сработать, здесь уже дальше вы можете подсекать. Но ключевое в том, что здесь мне помогла техника толкающих рук. И я вписался так, что я могу четко удерживать его руку, могу ломать, могу здесь пролезать в горло, в глаза, здесь его разрушать, бить в пах. Выходов из этой ситуации много, но ключевое в том, что я первично среагировал, и у меня есть потенциал для развития дальнейшей ситуации. И еще раз, сейчас я покажу удар в живот, но не колющий, а именно уже режущий. То есть, смотрите, сейчас давайте прокомментируем. Здесь у вас не получится сразу же четко защититься, четко среагировать, четко поймать руку. Скорее всего, вы будете пропускать огромное количество раз. Это вам даст обратную связь, и на основе этой обратной связи вам нужно будет возвращаться к предыдущим упражнениям, отрабатывать уходы телом, отрабатывать, помните, у нас была серия, где мы встраивались, отрабатывать технику толкающих рук и все те варианты упражнений, которые были в предыдущих видео. И постепенно вы научитесь на это действие реагировать четко. А теперь я расскажу один из элементов техники. Сейчас Александр именно этот удар, но он сделает медленно. Смотрите, первое, когда идет удар, убираю тело, встраиваю руку, здесь я атакую его в плечо, чтобы здесь проатаковать его в подбородок, в висок. И что здесь важно? Здесь важно, что я могу прихватывать его руку. Одна моя рука идет от, другая моя рука к. То есть таким образом я руку его зажимаю. И я здесь смогу ее прижать, дальше развивать эту технику, либо смогу прижать руку к его руке, либо смогу руку обойти, если мне нужно будет вырваться. То есть еще раз, смотрите, убирая живот, я его атакую, я его здесь контролирую, здесь я контролирую его руку, в районе его запястья перевожу в свой локоть, чтобы здесь зажать, здесь будет контроль его локтя, отсюда дальше я смогу, прижимая к телу, четко руку контролировать, наносить удары коленями, наносить удары локтями, ломать его локоть. В данном случае еще несколько рано переходить уже к таким конкретным вариантам, поскольку первично нужно, чтобы вы сумели убрать эту область и выставить надежную защиту. Одна из таких защит будет техника с крестного блока. Но не так, как ее делают большинство, когда люди просто залипли. Здесь задача, чтобы вы этим скрестным блоком человека атаковали. Я контролирую запястье, контролирую его плечо, и здесь я имею возможность дальше наносить его удар. Я телом встроился, пошел движение, все, смотрите здесь. Здесь у меня есть масса вариантов атаки, но более подробно похожие техники мы разберем в последующих видео, поскольку сегодня нужно было именно показать вот этот вот стресс-тест. Попробуйте, это очень крутое, полезное упражнение. Не чистите, не делайте серии. Один удар, но еще раз повторю, это должен быть удар по-настоящему в полную силу. И главное, ваш партнер должен хотеть вас достать. Поэтому, еще раз подчеркну, пользуйтесь безопасными имитациями. Друзья, ну вы сами все видели, в принципе. Меня бил не кто-нибудь, а Шпеньков. И с ним это не прокатывает. Слава богу, что таких вот людей, как он, на улицах категорически мало или попросту, наверное, я думаю, нету. Вот. И все залетает, все проходит. Также бил я его в полную силу. И он четко здесь все выходил. И работа была очень четкая и слаженная. Вы видите, что схема работает, что все получается, что все может получиться. Тренируйтесь всегда, тренируйтесь постоянно. До встречи. А с вами был Игорь Шпеньков. Спасибо за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Но все же подписывайтесь на мой канал, потому что впереди вас ждут еще интересные серии.